Привет, Руслан. Я подготовил презентацию, немножко видоизменив ее. То есть сейчас она имеет прозрачный вид. Это я сделал достаточно быстро и легко. На следующем слайде у нас банк. Деньги печатает банк. И этот кэш приходит обратно в банк. То есть я могу прямо показывать. На следующем слайде у нас немножко прозрачная картинка, чтобы я мог рукой показывать там 0, 5, 10, 25. Слайдом презентации может быть обычная какая-нибудь картинка. Главное, чтобы она была качественная и желательно на прозрачном фоне. Например, как вот этот логотип ТНТ. И при помощи определенного инструмента я могу ее двигать. Например, вот так. Обратите внимание, что текст у нас имеет тоже прозрачный вид. А здесь я покажу, что можно рисовать сенсором. Для этого нужно вызвать панель инструментов и выбрать инструмент карандаш. Ну, давайте нарисуем, например, доллар. Выберем другой цвет, например, зеленый, и нарисуем стрелочки. А чтобы все стереть, или не все стереть, например, вот эту помарочку, можно использовать инструмент губка. А есть также инструмент ластик. И мы можем чуть-чуть что-нибудь удалить. Например, здесь вот. И можно одним кликом все удалить. На начальном уровне я не советую использовать сенсор в качестве рисования, а рисовать обычным маркером. Например, синим. Примерно так. Поэтому приходите записать видео. Нажимаю стоп, и ролик готов.